Более 30 юрт приняли горожан в весенний праздник Наурыз. В центре города прошли торжественные гуляния с соблюдением всех казахских обычаев. Национальные игры, блюда и многое другое радовало карагандинцев. Аким области Ерлан Кушанов встретился с жителями города и лично поздравил горожан. Наурыз – это великий праздник восточных народов. В Казахстане его отмечают широким размахом. На сцене в Центральном парке культуры и отдыха прошел концерт, где выступили местные танцевальные и вокальные коллективы. С поздравительной речью выступил аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Как вы знаете, в канун светлого праздника наш земляк Геннадий Головкин сделал нам большой праздник, большой подарок. Я хочу поздравить нас всех с его очередной большой победой. Благодаря Гене, весь мир услышал о Караганде, узнал о силе духа казахстанцев. И в телефонном разговоре он просил передать всем карагандинцам свои поздравления и сказал: «Мы все делаем одно общее дело во главе с нашим президентом. С праздником Наурыз! Пусть обновление принесет в жизнь каждого из вас только добрые перемены. Пусть в ваших домах царит любовь, благополучие, удача и достаток, мира каждой семье, большого будущего нашим детям». В этом году власти решили не перекрывать проспект Бухажирау на время празднования Наурыза, а установить юрты и устроить народные гуляния в Центральном парке. На каскадной лестнице и вдоль улицы воинов-интернационалистов появились 33 юрты от разных организаций и предприятий. Юрточный городок – это неизменный атрибут празднования Наурыз. Десятки карагандинских фирм и предприятий установили свою юрту. Каждый желающий мог зайти и отведать праздничные блюда. В праздник Наурыз с 6 утра студенты Карагандинского технического университета готовились к встрече гостей. Около юрты учебного заведения ребята сами организовали концертную площадку. А в самой юрте был накрыт большой дастархан для почетных гостей. Университет организовал, кроме юрты, также у нас полевая кухня на 450 горожан, на 450 человек. А также концертная программа, которая состоит из 48 песен и танцев народов Казахстана. И мы сегодня будем веселиться и на радость нашим горожанам. Председатель областного комитета профсоюза работников образования и науки Татьяна Самойлюк – одна из приглашенных гостей к РГТУ. В честь праздника Татьяна Филипповна написала стихотворение. Наурыз стремительно шагает, он прекрасен, смел и очень добр. Он традиции народа возрождает, наполняет праздничным трудом. И юрты, как красавицы степные, горды, приветливы, нарядны. Домбра звучит, и люди рады. Сотрудники областного краеведческого музея в специальных юртах проводили экскурсии для всех желающих. Специалисты рассказывали горожанам об обычаях казахского народа, о традициях и образе жизни предков. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.